Итак, друзья, доброе время суток. Рад приветствовать на своем канале. Вчера немного изменил название своего канала, чтобы контент соответствовал названию. Итак, в данном обзоре мы разберем, я бы сказал, вторую часть по майнингу Zcash. Вчера один из подписчиков мне написал, что на канале Биткоин для умных Римус выложил видео, как настраивать на CPU и, соответственно, на видеокартах майнинг. Вот, просмотрев данный видеообзор, потом просмотрел еще добыча криптовалюты канала Евгения, который более подробно уже показывает, как вот эти все настройки делать. Вот, ситуация в чем. В Евгения все очень подробно, рекомендую подписаться на его канал. Вот, пересмотреть, и так контент очень интересен. Также, ну, у него нету, соответственно, видеокарты, вот, на которой он мог бы показать настройки. А у Римуса все настройки, ну, как бы показаны на Linux. Ну, в Linux я не разбираюсь, потому также я не могу вам показать. И думаю, надо будет немножко подождать, так как сегодня уже 28-е, должен стартануть реальная сеть майнинга, и думаю, день-два, и я вам уже покажу подробный видеообзор, как настроить майнинг на видеокартах. А данный обзор будет очень полезен людям, которые, соответственно, будут майнить только на центральных процессорах, у них нет видеокарт. По сравнению с предыдущим видеообзором, я думаю, это настройки будут намного полезнее, потому как по NiceHash они выплаты делают в биткоинах. То есть вы будете майнить Zcash, а не на ваш биткоин кошелек. В каком соотношении, то есть цены будут конвертировать, выплачивать, я не знаю. Потому лучше всего настроить майнинг на Supernova и получать выплату в Zcash'ах, а потом будете, то есть что захотите, то и будете делать, продавать, там, консервировать, морозить. Итак, продолжим настройку, друзья. У кого нету личного кабинета на Supernova, тогда придется создать, то есть регистрация такая, как на любом пуле, почта, соответственно, пароль, подтвердить на почте регистрацию и вперед. Так, после того, как вы зарегистрируетесь, зайдете на свой личный кабинет, нажимаем Help и Get Started. Так, здесь что смотрим? Самое первое — это создание воркера. Нажимаем Worker. Здесь name worker прописываем, придумываем какой-то name. Ну, ничего сложного не нужно писать, это, ну, не важно здесь. И пароль. У меня Z37 и пароль 8. Далее в батнике я покажу, куда это все прописать. Далее в edit аккаунт сразу покажу. Вот, когда уже будут кошельки, который можно будет сгенерировать личный кошелек, куда вы захотите отправлять. Вот, edit аккаунт, входим, и здесь можно будет прописать, соответственно, вот payment address, куда вы хотите отправлять. Вот, и выбрать количество, сколько вы хотите, или автоматические выплаты, или определенные там монеты, 2, 3, 10, ну, неважно, как вам будет удобно, чтобы когда наберется такое количество монет, и тогда отправлялось. Далее, что далее? Кошелек, кстати, можно будет взять, вот я думаю, может сегодня, завтра уже биржа Kraken, вот в новостях было, и Poloniex, что должны сегодня, завтра уже добавить данную монету в торги. Так, далее, get started. Далее смотрим, вот предоставлено несколько вот вариантов майнеров, с помощью которых майнит. Вот по первым это вот всего лишь навсего тест, чтобы проверить ваше оборудование. Я бы на вашем месте не заморачивался, лучше уже проверять на готовом майнере. Далее вот майнер под Linux, у кого Linux,
можете качать здесь и настраивать. И мы сейчас будем разбирать вот данный третий майнер, CPU плюс GPU, заточенный именно под Supernova. Сегодня также вот появился вот этот майнер от Genoil AMD. Ну, я его буквально минут 20 назад попробовал проверить, скачал, прописал все настройки майнера. Но у меня как на ноутбуке данном, которым я снимаю видеообзор, i3 процессор, и на компьютере, где видеокарты, он не запустился, выдает ошибку. Потому, думаю, надо что-то подождать, может быть, доделают. Кстати, до сих пор уже, ну, как бы 28 число, но тест only майнится. То есть у меня намайнилось там какое-то количество монет, покажу. Но еще тестовая сеть. Так, далее. Выбираем вот этот третий майнер. Нажимаем download. Переходим на GitHub. И вот сам майнер. Нажимаем на него. Он скачивается. Соответственно, я уже скачал. Вот как он выглядит. Разархивировал. Заходим внутрь. Нужно создать текстовый документ. Ну, то есть создаем батник. Текстовый документ, как я показывал в предыдущем видеообзоре. Вот. Какое-то там название пишем. Вот. И после точки обязательно нужно прописать вот бат. То есть, что это батник, и он запустится. Я данное удалю. И я уже покажу, у меня созданный внутри, как правая клавиша мыши, и изменить. Вот как должен выглядеть сам батник внутри. Вот. Вот это все не меняем, меняем только ваш кабинет. Логин у меня казначей, потом сам воркер, я показывал, как создавать, то есть, что создадите, и восьмерка. В описании под видео, я думаю, оставлю данный воркер, как он выглядит, а вы уже изменить, ну, то есть, сможете изменить вот эти данные. Ну и, соответственно, сохраняем, закрываем и нажимаем Start Button. Запускается майнер, подключается на данном i3 процессоре. У меня близко 1,8, около 2 хешрейтов разгоняется. На процессоре i7 у меня есть 4-ядерный, там 7 с чем-то, практически 8 хешрейта показывает. Это уже, ну то есть, посмотрим, сколько будут выдавать видеокарты. Ну, это чуть-чуть надо подождать. Итак, друзья, вроде бы на данном этапе все, чем я хотел поделиться с вами. То есть этот обзор полезен для людей, которые будут майнить именно на процессорах. Вот. И в дальнейшем, ну, то есть сейчас пока тестнет, надо будет контролировать, может быть, они в релизе майнера что-то изменят. То есть когда реальная сеть стартанет. Ну, я буду держать вас в курсе. А так, всем спасибо за просмотр. Был рад поделиться данной информацией. Кому понравилось видео, ставьте палец вверх. Кому не понравилось, соответственно, палец вниз. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить последующие видео. Также добавляйтесь в Skype. Если у вас будут какие-то вопросы, также в Telegram-чат и Twitter. Всем спасибо и до свидания. Thank you.